Здравствуйте. Ну, снова я начну со своей книги. Я, наверное, вам уже ею надоел, но тем не менее, кто не приобрел, обязательно приобретайте. Вы этим самым окажете и помощь каналу, потому что в основном-то существуем-то на вот эти деньги с продажи календаря и книг. И книга, я думаю, что те, кто прочитал, уже дописали свои отклики. Отклики достаточно такие положительные. И я рад этому. Ну и спасибо тем, кто донатит. Без вас тоже никак. Сегодня у нас гость. Гость, которого давно не было. Я решил пригласить Александра Лапшина. Вот пока он там в западном полушарии, у нас на Восточном фронте не без перемен. И есть что обсудить, я так подумал. Темы, конечно, будут разные, вплоть до дураков. Но начнем, наверное, с Палестины. Я тебя приветствую, Саш. Добрый, у нас день, у вас вечер в У нас Одессе. вечер, да. Да. Саш, смотри, недавно Армения признала Палестину вместе, насколько я знаю, с Испанией, Ирландией, Норвегией и Словенией. Вполне такая солидная, казалось бы, да, компания. И итого суммарное число стран, признавших Палестину, достигло уже 147. У меня два неожиданных вопроса. Я не буду спрашивать, как ты к этому относишься? Ну, это банально было бы спросить, да, такое. Я другое спрошу. Первое. Какую из Палестин признала Армения? И второй вопрос. Почему Палестина, любая Палестина, не признала Арцах? Вот такие два вопроса. Вадим, оба вопроса замечательные, абсолютно замечательные. По первому вопросу, вот мне бы сейчас не хотелось обидеть людей Министерства иностранных дел Армении, где действительно работает достаточно много толковых и консулов, и послов, и на различных уровнях, но у меня такое ощущение, что основная масса МИД Армении, особенно вот более высокого уровня, чем посол, они вообще не в курсе, что существуют две Палестины. То есть они в принципе не в курсе. Это неплохо и нехорошо, они не в курсе. Ну, примерно как большинство израильтян, например, слабо разбираются в истории Армении и Арцаха. Ну, им это можно простить, но они же не армяне. У нас, да. Я вижу, уже начал в Так третьем и лице. армянам можно простить, они не палестинцы. Конечно, то есть с этим никаких проблем абсолютно нет. По факту мы с тобой знаем, не будем повторять всю историю арабо-израильского конфликта. Сегодня существует де-факто две Палестины. Одна в Газе под контролем Хамаса, чей контроль сильно пошатнулся за более чем 7 месяцев боевых действий, но тем не менее. И Западный берег под контролем организации ФАТХ. Ну, это вот по-русски называется Организация освобождения Палестины. Вот та Организация освобождения Палестины под руководством Махмуда Аббаса. То есть это именно та организация, которая является законным представителем палестинского народа, и это именно та организация, которую все вот эти страны признали. Что самое интересное, что ее признал даже сам Израиль. Вот самое парадоксальное во всей этой ситуации, что были соглашения Осло в 1993 году, когда Израиль и Палестина себя взаимно признали. Это было подписано, в частности, Ясир Арафатом со стороны Израиля, насколько помню, был, мне кажется, Ицхак Рабин, если я не ошибаюсь. Вот, то есть, а потом произошло такое, что Палестины стало две. Одна стала радикально-исламистская Хамас в секторе Газа, а другая осталась на Западном берегу. Поэтому, когда мы говорим, что Армения признала Палестину, вообще правильно было бы уточнить, какую из этих двух Палестин. Но тогда мы попадаем, в настоящую яму, из которой мы уже не выберемся. Как, в общем, такое мнение высказал наш с тобой общий друг, дипломат, интересный, умный, добрый человек, он сказал такую вещь, что Армении вообще не нужно даже и вникать в две Палестины, три или 25 Палестин. То есть есть некая тенденция признания Палестины, и просто Армении нужно быть в тренде. Если даже сам Израиль признал вот эту вот Палестину в 93 году, почему Армения не должна это сделать? И есть еще один момент.
Я думаю, Армения, скажем так, сделала это в том числе как благодарность Ирану за определенную политическую поддержку. Вот. И я считаю, что как бы я ни относился к иранскому режиму в контексте Ирана-израильского конфликта, но я исхожу в данном случае из интересов конкретно Армении. То есть для Армении Иран не является вражеской страной. У Армении вообще не так много союзников. Можно сказать, что их вообще почти нет. И Иран – это как минимум та страна, которая не является враждебной. Про дружественность, ну, спорный вопрос, но она не является враждебной. Плюс Армения в блокаде. Это все банальные вещи. Поэтому я считаю, что Армения сделала правильно. Любые бенефиты, которые Армения может извлечь из этого, политические, финансовые, неважно какие, надо ими пользоваться. К тому же Израиль всегда исходит из своих интересов. И продавая оружие Азербайджану и не признавая геноцид армян для того, чтобы не рассердить своих турецких и азербайджанских партнеров, Израиль тоже исходил из своих интересов. И тоже достаточно глупо со стороны многих армян ругать Израиль и говорить, а что они не признали геноцид? И очень даже странно, когда вот ты объясняешь людям простые вещи, но не признали потому, что Израилю нужен плацдарм против Ирана на Южном Кавказе. Но тогда люди переходят на эмоции. Ну как так можно? Ведь погибли миллионы. Но, к сожалению, в наше время и в политике нет такого понятия, как дружба и ненависть. Этого нет. Есть просто интересы. В данном случае Армения поступила очень правильно. И да, знаешь, Израиль отреагировал, я тебе скажу, хмуро так. Армянскому послу объявили там строгий выговор. В принципе, ожидаемо, да, и я думаю, посол объяснил основной месседж Армении, типа отместка за помощь Израилю и Азербайджану. Это, конечно, все понятно. Непонятно другое. Азербайджан, ведь он же раньше вроде как еще... До того, как это сделала Армения, признал Палестину, и не просто признал, но и закидывал деньгами даже ту же Газу. Вот давай, я сейчас открою, это вполне такой открытый источник, зачитаю. Гуманитарная помощь, это я читаю в статье «Азербайджано-палестинские отношения». Значит, в 2014 году правительство страны, имеется в виду Азербайджан, выделила 635 тысяч долларов для предотвращения гуманитарного кризиса в районе сектора Газа. В 2013 году по инициативе правительства Азербайджана были проведены две конференции, донорская конференция для финансирования стратегического плана по развитию города Аль-Кудс, Аль-Шариф, я так понимаю, имеется в виду Иерусалим, и создание исламской финансовой сети безопасности для поддержки государства Палестина. Далее, в 2017 году при материальной поддержке Организации исламского сотрудничества и комиссии ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа в Баку состоялась международная конференция по иерусалимскому вопросу. Власти Азербайджана инвестировали 5 миллионов долларов в проекты по развитию Аль-Кудс, состоялась донорская конференция, ну и так далее, и так далее. То есть я тут хочу сказать, что Азербайджан не только признал, но и такие достаточно серьезные вливания делал в эту признанную ими страну. И ничего. Вадим, знаешь, что самое... Смотри, самое парадоксальное в этой истории два момента. Во-первых, Армения уже второй раз признала независимость Палестины, поскольку первый раз Армения признала в рамках Советского Союза, да? Да. Ну, почему бы и нет? Можно признать и третий раз. Саш, минуточку, я тебя перебью. А если говорить вот в рамках СССР, то я скажу больше. Азербайджан признал геноцид армян. Да. Азербайджан да, признал геноцид армян. У меня даже есть источники на азербайджанском языке, где они сами говорят о геноциде армян в Турции. Вот, Вадим, именно это я и хотел сказать. У меня буквально с языка сорвал эту мысль. То есть Азербайджан де-юре, да, собственно, и де-факто признал геноцид армянского народа в рамках Советского Союза. Да. Но тем не менее, Палестину они признали тоже второй раз и уже после развала Советского Союза. Ну, в общем-то, можно признать и третий раз. То есть вопрос, для чего все это делается. То есть мы прекрасно понимаем, что все эти признания, они ни на миллиметр не приблизят разрешение арабо-израильского конфликта. Потому что проблема заключается не в факте признания или непризнания. Смотри, например, взять Косово.
Косово признали порядка 70-80 стран, ну поправь меня, если я там чуть-чуть перепутал, но 70-80. Палестину признали почти в два раза больше. Но Косово де-факто и де-юре уже является независимым государством, Палестина не является. То есть проблема заключается не в том, признала еще одна страна или две, или не признали. Причина заключается в том, в отсутствии, так сказать, государственности палестинской. То есть мы признаем что? Вот мы с чего начали? Мы признаем Газу под контролем боевиков Хамаса. Кстати, я напомню, что Хамас – это боевики не с точки зрения меня, как израильтянина. Они боевики и террористическая организация с точки зрения Европейского Союза, США, Канады и многих других стран. То есть реально эта организация признана террористической. То есть мы признаем террористическую организацию представителем палестинского народа, либо мы признаем организацию вождения Палестины ФАТХ на западном берегу. Вот. Пока мы с этим не разберемся, пока палестинцы не разберутся сами с собой, пока не будет создан единый какой-то государственный аппарат, который представляет весь палестинский народ, вот все эти признания, это все, ну знаешь, это все publicity и пиар, которые палестинскому народу не дают абсолютно ничего. Ну что, от того, что Армения признала или не признала. Что там, перестали люди гибнуть. Сегодня погибло от столкновений с израильскими войсками еще 80 человек в Газе. Ну, признает Армения, такая Молдавия, например, признает. Ну а что это изменит? То есть здесь, если мы ставим цель разрешения арабо-израильского конфликта, надо смотреть в корень, а не вот это вот пиар. Но тут возникает другой момент. Я думаю, сейчас меня закидают многие слушатели тухлыми помидорами, ты уже понял, что я хочу сказать, что вот если бы с таким рвением Армения признала бы независимость Арцаха в свое время, либо как часть своей территории, ну либо так, какой вариант наиболее удобен, я думаю, вот за это можно было бы уважать любое армянское руководство, которое бы это сделало бы. Но бы, к сожалению, оно не бывает, да? И этого не произошло. То есть, да, по факту, к сожалению, Палестина тоже не признала Арцах. Абсолютно, абсолютно. Я даже более чем убежден. Но на самом деле между Арменией и палестинским руководством не было, нет и не может быть ничего общего. Это совершенно, скажем так, другая группа стран, совершенно с другими региональными интересами. И когда будет голосование по Армении, какие-нибудь голосования в ООН, какие-нибудь голосования там по армяно-азербайджанским вопросам, я тебе уверяю, палестинцы проголосуют против. Вне всяких сомнений. То есть, давай расскажем, ведь многие не знают, они как бы не углубляются в вопрос, как палестинцы кинули кувейцев. Ну, это замечательная история. Причем я не так давно был в Кувейте и был в музее, посвященном вот той самой войне 91-го года, как 90-91-й, когда иракская армия под командой Саддама Хусейна оккупировала Кувейт, объявила его своей территорией. И там проживало в районе 500 тысяч палестинцев. Ну, я напомню, кто не в курсе, Кувейт достаточно богатая страна Персидского залива, ну, что-то уровня Эмиратов, вот что-то вот такое. Цивильная, богатая нефтяная страна. Там работает очень много иностранных рабочих. Преимущественно там Индия, Пакистан, но это в наше время. А раньше преимущественно там работали, кстати, палестинцы. И это было не случайно, потому что правительство Кувейта с целью поддержать палестинских беженцев, они целенаправленно набирали палестинцев, ну, среди палестинцев немало довольно образованных людей, особенно вот в Иордании, в Ливане, в Сирии, там, в Ираке, все вот эти беженцы. Там беженцев несколько миллионов суммарно. Вот. И Кувейт их принял к себе, они там работали, и все было хорошо, вплоть до того момента, когда Саддам Хусейн не вел свои войска в Кувейт. В этот момент палестинцы полностью поддержали Саддама Хусейна. Огромное количество палестинцев стало сотрудничать с новой саддамовской властью. Причем он, Саддам, назначал палестинцев на некие такие менеджерские должности среднего звена. То есть вчера палестинцы были, скажем так, простыми наемными рабочими, которых приняли из жалости. А сегодня они уже стали, значит, под властью Саддама Хусейна творить там все, что хотят. И, кстати, когда я был несколько месяцев назад, я был в Кувейте, собственно, столице страны, и там есть музей, посвященный вот и буре в пустыне, и оккупации страны иракскими войсками, и там прямо отдельный стенд, посвященный тому, как палестинцы предали Кувейт. А после того, как прошла операция «Буря в пустыне», Кувейт был освобожден коалицией во главе США,
Ну и мир Кувейта, первое решение, которое он принял, это выдворить всех палестинцев из страны. И, кстати, до сих пор, вот сколько уже лет прошло, 30 лет, почти 30 лет, да, чуть меньше, у них нет никаких программ приема палестинских рабочих, их там практически нет. Ты там встретишь индусов, пакистанцев, эфиопов, филиппинцев, сирийцев, но ты не встретишь практически палестинцев, и это не случайно. А И поэтому... знаешь, как многие халиджи объясняют, почему палестинцы предали тех, кто их приютил? Как? Халиджи говорят, что это те же самые евреи, только мусульмане. Ну, ты знаешь, самое парадоксальное во всей этой истории, что маленькое зерно истины тут, несомненно, есть. По большому счету, если провести анализ ДНК палестинцев, ну, мы увидим определенные совпадения с иудеями. Но это как если покопаться в турке, можно найти и армянина, и грека. Я думаю, если взять анализ крови на ДНК у депутатов азербайджанского парламента, я думаю, там будет не меньше армянских кровей, чем там больше, скорее, Израиль, Национальная иранских. Ассамблея. Скорее, там больше иранских. Ну, тем не менее, где-то какая-то часть да. Ну, все-таки понятное будет. дело, что там Какая-то часть тюркского будет. практически уже ничего не осталось. Да, это интересная история. Есть копты в Египте, которые считают, что они и есть настоящие потомки тех вот библейских евреев. Так что да, это все интересная история. Пойдем дальше. На днях тебя снова обсудили дегенераты из Баку и Еревана. Из Еревана я имею в виду Романа Багдасаряна. Скажи, почему наивные армяне до сих пор не могут отличить зерна от плевел? Вот падки на любой популизм. Причем история, как я понимаю, вообще ничему не учит. Что происходит вообще? Слушай, вот давай вот объективно посмотрим. Я надеюсь, от моих слов никто не обидится. Да? К сожалению, сегодня, вот по истечении более чем 30 лет независимости, в Армении очень сильно деградировали многие вещи. Во-первых, более миллиона самых образованных, самых умных людей, так сказать, цвет нации, они покинули Армению по объективным и субъективным причинам еще во время Карабахской войны, но и многие продолжают уезжать сейчас. Не могут найти себя, не могут реализоваться в профессиональном плане, не видят будущего и так далее, и так далее. Но это объективный факт, к сожалению, то, что есть. То есть, когда страна потеряла львиную долю своего интеллектуального и научного потенциала, понятно, что это нанесло удар по, скажем так, по уровню этой страны. Но это факт. Это случилось не только в Армении, это случилось во всех странах бывшего Союза, включая Россию. Но по небольшим странам вроде Армении это ударило сильнее всего. Я думаю, это не меньше ударило по самому же Азербайджану, но, может, наверное, даже больше, поскольку он потерял и армян, и русских, и евреев, которые составляли, в общем-то, элиту этой страны. Вот. Таджикистан, Киргизия и так далее, и так далее. Но мы сейчас не про Киргизию, вернемся к Армении. Да? Вот. Соответственно, те люди, которые остались, среди них очень высок процент людей необразованных, недалеких. Я еще раз повторюсь, надеюсь, мне сейчас не будут обижаться. Да пусть обижаются. Я, например, дураков называю дураками, умных людей я называю умными. Ничего тут страшного нет. Но если они считают, что ты сейчас их обидел, значит, они дураки. Это мое личное мнение. Ну, примерно так. Ну, например, приведу тебе, знаешь, простой пример. То есть, если в Армении без конца циркулируют всякие глупости, там шпион, там работает на этих, ну, глупости, которые распространяют, ну, недалекие люди и провокаторы, то когда я приезжаю, общаюсь с диаспорами в США, в Канаде, во Франции, в Германии, неважно где, в Австралии, вот где недавно был, я на 99% сталкиваюсь с образованными, нормальными, интеллигентными армянами, для которых даже вот, в принципе, вот эту всю чушь нести, это просто ниже достоинства, понимаешь? Ну, у нас с тобой даже общих друзей немало там в Калифорнии, я не знаю, там в Нью-Йорке, в других местах. То есть вот это как раз вот те люди, которые и являются вот настоящими армянами, понимаешь? К сожалению, они не в Армении. И как мы знаем, ну, например, бакинские армяне, и вот ты, собственно, бакинский армянин, и у нас много общих друзей бакинских армян, которые не в Армении. Если бы такие, как они, были бы в Армении, наверное, Армения была другой. Но, к сожалению, не сложилось. Да, не будем обсуждать, почему не сложилось. Там есть объективный и субъективный фактор, дело не в этом. И что получается? То есть фактически азербайджанская пропаганда,
она очень хорошо прочувствовала, что огромное количество армян, проживающих в Армении, не все, я сразу скажу, далеко не все, но огромное их количество, ну, своим интеллектуальным образовательным уровнем не сильно отличаются от Мамеда из Гянджи. И поэтому им очень легко работать. То есть вот ту повестку, которую они распространяют внутри Азербайджана, например, то же самое работает и на армян. И это поразительно, потому что абсолютно примитивная, неграмотная, тупая пропаганда схватывается огромным количеством жителей Армении, и то же самое работает и на азербайджанцев. На самом деле, да. Я, положа руку на сердце, да, себе скажу, дело в том, что я с этим человеком, Романом Багдасаряном, был знаком. Несколько лет назад мы познакомились, вот после того, как я из Сирии приехал, он жил в Москве и работал на канале АРМ-ТВ. Он меня пригласил туда. И когда я увидел, вот, что после войны он в Армении, и что начал нести какую-то ахинею, причем лживую ахинею, да? Я сейчас не про карабахский этот клан, не клан, нет. Я про население вообще Арцаха, про обычных, простых людей, что он нес. Я подумал, думаю, ну вроде бы я его же знал только с хорошей стороны, что с ним стало? Может быть, он просто говорит так из-за того, что чего-то не знает, а может быть, он в погоне за популизмом каким-то, хочет себе набрать больше просмотров. Ну, бывает, что блогеры порой грешат, да, ради какой-то определенной там цифры. Ну, я сначала так думал. И мне говорили, ну ты же знаешь, что он врет, ну почему ты не скажешь об этом? Я говорю, ну не могу, я с ним один бутерброд ел, за одним столом сидел. Но как-то у меня не поворачивается вот язык сказать, что он ведет себя неправильно, и, как мне кажется, он просто служит Азербайджану. Но потом, когда он перешел уже все линии и начал говорить обо мне неправду, я уже понял, что человек врет. Потому что речь уже обо мне пошла. И я понял, что людям очень сложно что-либо доказать. Люди хотят услышать то, что он им говорит. А он это знает. Он знает, что людям нужно. Чем пихать, понимаешь? Он то и говорит, они это и слушают, понимаешь? И чтобы люди поверили мне там или тебе, или поняли в конце концов, что он врет, это нужно, чтобы он об этих людях тоже сказал, соврал. Только так можно будет это сделать. Но вот как я убедился, что он врет, потому что он обо мне начал просто врать. Когда он сказал, что якобы у меня, значит, я его попросил ради пиара антитопора, чтобы он меня показал у себя на АРМ-ТВ. Извини меня, слушай, я тогда был еще вхож в федеральные каналы и федеральные вообще СМИ, печатные органы. Более того, я активно тогда занимался шоу-бизнесом. Внимание! Если я хотел бы распиарить антитопор, я бы делал бы каждый день там интервью с какими-нибудь звездами. Зарубежными, российскими, они бы мне так распиарили бы, что мне твое вот это говно, АРМ-ТВ, о котором ты там, я не знаю, там даже программы нормальной не было. Говорили только о каких-то текущих событиях и о том, кто кого поздравил, и в честь него там поставили какую-то песенку. Ну, обычный такой сельпо, знаешь, раньше были такие дециметровые каналы в сельских местностях. Вот что-то вроде этого было. И он соврал, он сказал, что я попросил. Также он сказал, что человек, который не имеет армянского гражданства, не имеет права говорить что-либо об Армении. Ну, я здесь промолчу. Имею я армянское гражданство или нет? Понимаешь, много чего он соврал. Но как это людям доказать-то? Вот в чем беда. И нужно ли вообще так... Вадим... Ты знаешь, вот очень двояко. Есть разные теории. Есть теория, что не надо реагировать на тролля и клоуна, и не надо делать ему пиар. Но есть и другая теория. Понимаешь, этот тролль и клоун, он целенаправленно работает против армянских интересов в целом.
И против отдельных индивидуумов, отдельных фигур, в частности, там, против тебя, против меня и так далее. На самом деле, плюс-минус, у меня такое ощущение, что он работает сливным бачком. Ну, ты сам знаешь, ты человек, который много лет в медиасфере, ты знаешь, есть вот такие люди, через которых сливают так называемые компроматы. Эти компроматы могут быть лживые, могут быть правдивые, но есть люди, через которых сливают. Он один из них. То есть это человек, чья жизнь, безопасность и здоровье никого не интересуют. Через него сливают всякую грязь. Но тут, знаешь, тут надо сказать так. Я встречал и тех людей, которые говорят, что некоторые вещи, которые сливает Роман Багдасарян, некоторые, очень немногие, я бы сказал так, может 10% того, что он говорит, это правда. Про разных людей, там, которые брали взятки, которые там занимались каким-то предательством. Ну вот 10%. Но это называется геббельская пропаганда, когда Да, да, 10% да. подается правда, Да. 90% лжи. Да, Но это чисто это мы с геббельская тобой знаем. пропаганда. Это нужно Да. иметь хоть какое-то отношение к СМИ, чтобы знать, как это все делается, как пропаганда вообще строится на правде и неправде. Ну, в общем, да. Ну вот, знаешь, недавно, например, Роман Багдасарян зачем-то в ответ на мое видео, когда я сказал, что, на мой взгляд, ну, мягко говоря, некорректно, когда армянин и гражданин Армении выступает на азербайджанских правительственных каналах и поливает грязью свой же народ, мне это показалось диким. Ты знаешь, я выступал на двух азербайджанских оппозиционных каналах. Оппозиционных. Это называется «Азербайджанский час», «Азербайджан Саати» или как его называют. Это ребята, которые сидят в Страсбурге. Это Эмин Ахмедбеков, бывший политзаключенный. И второй канал – это Мухаммед Мирзали, Made in Azerbaijan, который имеет там 500 тысяч подписчиков, на него было два покушения, его несколько раз ударили ножом. То есть этому человеку плюс-минус, ну, есть, скажем так, некое уважение. Но выступать на АСТВ, на Баку-ТВ, совершенно конкретные алийские предательские каналы, так что сделал Роман Багдасарян в ответ? Значит, в ответ он разозлился, что я это упомянул, и вот я прямо сейчас даже с телефона покажу его ответ. Его ответ мне. Я надеюсь, это будет видно. Что ты заслуживаешь еще раз попасть в бакинскую тюрьму. И я тебя не два или три раза. Вообще. Ну и, соответственно, после этого видео Вот. получил довольно много откликов. Ну, там проблемы были со Вот, звуком, но Вадим, ты я слышал, понял, да? что он имеет в виду, да. Но это сволочь, это просто ублюдок, я скажу. Это ублюдок, и Ну, то есть обрати человек внимание, совершенно... тематика прям такая же, что из Апшерона, бутылки, жопы и прочее, прочее. Ну, то есть человек в прямом тексте, человек, который передвигается по Еревану в сопровождении сотрудников безопасности за счет армянского налогоплательщика. И как мне тут сказали, его охрана обходится в среднем от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. То есть ты представь, сколько арцахских семей беженцев А что можно было она сдать по в Киеве. туалетам детским прячется-то, школьным? Ну, слушай, ну, Охрана второй плохая, что случай. ли, у него? Ну, во-первых, я не сильно высокого мнения об армянских службах безопасности, ну, при всем уважении, не сравнишь их ни с МОСАДом, и ни с ЦРУ, и даже с азербайджанской разведкой, к сожалению. И плюс я не думаю, что для охраны Багдасаряна выделяют лучше. Я сомневаюсь. То есть, если лучшие допустили того, что его загнали в туалет, ну, видимо, они такие же, как и он сам. Но дело не в этом. Дело, я говорю про деньги. То есть, фактически, за счет армянского бюджета, бедного бюджета, страна, где 120 тысяч беженцев из Арцаха, выделяется от 3 до 5 тысяч долларов в месяц, чтобы охранять человека, которого надо, ну, мягко говоря, судить в армянском суде. И вот это, значит, Но самое давай интересное. мы к этому придем. Раз у нас население не шевелится, а значит, нужно нам за это взяться. Ну, видимо, Как да. И активистов. дело даже не только в том, что его можно просто привлечь в гражданском процессе по клевете. Но, например, он повсюду говорит, что я регулярно встречаюсь с какими-то карабахскими кланами в карабахском ресторане Баку Саакяна в Москве. Во-первых, когда я услышал Баку Саакян, я даже не знал, кто это. Ну, наверное, это звучит странно, но извините, вот, ребят, ну, для аудитории. Я не армянин, я не знаю, кто такой Баку Саакян. Я посмотрел в интернете. Я посмотрел, что за ресторан Бака Саакяна в Москве. Дело в том, что я в России не был 7 лет. Это, знаешь, мне напомнило анекдот.
когда Штирлицу сообщили, что в России у него родился ребенок. И скупая лица, слеза скатилась по лицу разведчика. Вот уже 25 лет он не был на родине, понимаешь? И вот знаешь, здесь примерно то же самое. То есть я 7 лет не был в России, но человек прямым текстом говорит, что я там заседаю с какими-то карабахскими кланами. Так но он же, стало... это ты 7 лет не был, а он-то из Москвы-то недавно только приехал. Это он сейчас кроет всю Москву, на чем свет стоит. А так он там жил с припеваючи, делал деньги, работал там адой на свадьбах. Да, все это понятно. И, кстати, то, что он работал там одной на свадьбах, это с точки зрения азербайджанских спецслужб, это хорошо. То есть на каких свадьбах мог выступать и каких мероприятиях мог выступать такой тамада, как Багдасарян? Ну, скажем так, на свадьбах людей не очень образованных, ну, таких простых, деревенских, да? Потому что, ну, я не представляю, чтобы, например, Роман Багдасарян был приглашен на свадьбу людей, например, культуры и искусства, ну, серьезных. Слушай, ну тогда, когда он работал тамадой, он же был ведущим АРМ-ТВ, его-то звали, потому что он ведущий. Это он, потом его вот какая-то пчела из Баку укусила, или переманила, или наоборот зажала где-то за углом. Слушай, но это был для него прикольный опыт. То есть, когда ты проводишь десятки, а может быть сотни мероприятий для не самых образованных людей, ты уже примерно знаешь, что они хотят услышать. Ты говоришь глупости, они начинают все там хлопать там за столами. Ай, нах, парис, ай, ай. Причем 70% аплодирующих в комментариях – это люди из Азербайджана. Ну, тут как бы и так уже все вне понятно. Вне всяких сомнений. Но слушай, надо отдать должное Багдасаряну, да, что он очень хорошо работает на маргинальную необразованную аудиторию. Именно необразованную. Я не встречал пока еще ни одного толкового, грамотного человека, к которому серьезно к нему относился. То есть это именно люди среднего образования и ниже. И причем я заметил, так чисто статистически, если посмотреть вот комментарии, я как-то не поленился потратить на это пару часов, процентов 80 всех комментариев его поддержку – это женщины за 60, живущие в Российской Федерации. О как! Да, слушай, мужиков относительно мало. Ну, я могу понять, почему мужиков относительно мало. Ну, потому что в общем и целом армянские мужчины – они традиционно гомофобы. Ты понимаешь, что я хочу сказать, да? Ну, да. То есть они не будут явно... Женщины сентиментальны. Они в нем увидели подругу. Ну да. Которая поможет выбрать там хорошую блузку и чулки, да. Кстати, по поводу чулков, я когда посмотрел вот эти его фотографии, мне прислали, там повсюду фигурируют чулки, и я эти фотографии, ты понял, о каких фотографиях я говорю, да? Которые знает весь армянский интернет. Когда мне их прислали, я их переслал моим друзьям, клиническим психологам. Они посмотрели пару-тройку видео Багдасаряна. Ну, в общем, ты знаешь, они вынесли такой вердикт без всякой попытки оскорбить, обидеть. Абсолютно нет. Я, кстати, тоже, вот пользуясь случаем, хочу сказать Роману, что я очень хорошо отношусь к ЛГБТ-движению, я ничего не имею против них. Каждый человек имеет право пользоваться своим телом, как считает нужным, и с кем он хочет. Это не имеет никакого значения. Но, знаешь, вот как говорят, есть евреи, а есть жиды, да, а есть геи, а есть, ну, сам понимаешь, кто, да. Вот не надо вот таким быть, да. Это не одно и то же. Геи и вот эти самые, это вот не одно и то же, это совершенно разные вещи. Поэтому, я думаю, армянские мужчины, ну, как-то им немножко неловко что-то писать в его поддержку. А женщины, они традиционно более сентиментальны, особенно женщины за 60. Вот что-то вот к ним приходит в этом возрасте, и вот хочется поддерживать вот такого вот юношу, красивого такого юношу, хочется вот как-то поддержать его морально. Вот. Я хочу вот что сказать-то. Ну, они сказали, это психотип человека. Человека неврастенического такого, человека несдержанного, человека неуверенного, ну, чисто психологический человек, неуверенный в себе. Кого-то мне этот психотип напоминает, не будем показывать пальцем. Нервный такой. Ну, ты знаешь, мне кажется, я догадываюсь, кого ты имеешь в виду. Несколько лет назад я общался с ним с одним писклявым голосом. Да. Человек несдержанный, эмоциональный, неуверенный в себе, стесняющийся своего тела. Я, кстати, не стал его скорбить кого-либо, но это психологический портрет.
Несколько лет назад я общался с одним российским дипломатом, не буду говорить где. Этот российский дипломат вместе учился с Ильхам Гидаровичем Алиевым в МГИМО. И, знаешь, он мне описал несколько вот таких моментов. Он не психолог, он дипломат. Но вот несколько моментов очень мне напомнили описание, которое дал мне клинический психолог, посмотрев фотографии, видеозаписи и переписки Романа Багдасаряна. А теперь вернемся к Ильхам Гидаровичу Алиеву. Значит, когда они там тусили на всяких квартирниках в Москве, это получается какие, 70-е годы, да? Да, 70-е годы получается. Он был большой, нескладной, какой-то... Нет, наверное, 80-й. Он же вроде как 66-го года рождения. Да, наверное. Да, тогда начало 80-х, да, все верно. И, естественно, они встречались на квартирниках, слушали рок-н-ролл, ходили вот в этих вот штанах соответствующих, как полагается, пили запрещенку. Но это же были дети, так сказать, разных комсомольских начальников и разных... Но его не зря называют Ильхам Политбюро Оглы. Ну да, 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 да. То есть там все были детки вот таких вот. И как рассказал этот российский дипломат, говорит, Ильхам всегда сидел в сторонке на стуле, очень сильно давил водку. Ну, дело даже не в этом. Там многие давили водку и курили траву, и включая его. Дело не в этом. Говорит, когда мы начинали танцевать с девчонками, а потом постепенно выключали свет и расходились по комнатам, он оставался в зале один. Он никогда не подходил к девушкам, он их очень стеснялся, он их очень боялся, он очень смущался. Но что было потом? Он на всех писал доносы в тот самый, ну, в институте, куда пишут доносы, ректору, да, что курят травку и обжимаются в комнате. Слушай, я тоже не знаю. Я не учился в российских советских вузах, я не знаю. Ну, вот куда вот они пишут? Или, может быть, в партком, я не знаю, куда они пишут. То есть он писал, Ильхам Алиев, доносы, что вот они там обжимаются с девчонками и курят траву. При этом он очень боялся девчонок. Вот ты знаешь, когда я сопоставляю вот эти две фигуры, ты знаешь, такое впечатление, что ну, родственники. Я понимаю, что они не родственники, но так много общего, что просто замечательно. Я думаю... наш обсуждаемый герой мог бы легко стать министром пропаганды Азербайджана. То есть и уровень соответствует аудитории, и знания. С Романом Цыпиным два романа одной пары, я думаю, там то, самое то было бы. Я вот что хочу сказать. Вот у меня, когда я езжу, встречаюсь со своими зрителями, читателями в городах и странах, на творческих вечерах, один и тот же вопрос задают всегда. Единственный вопрос, где он повторяется в каждом городе. А угрожают ли вам? Вот везде у меня это спрашивают. Я отвечаю, что вот я уже 11 лет веду этот антитопор, и у меня не было ни одного утра, где бы я бы не проснулся, не прочитал бы какую-то угрозу. Или не лег бы спать, не прочитав угрозу. То есть я уже настолько привык к этой угрозе. И тем не менее, за 11 лет мне в голову никогда не приходило нанимать каких-то там телохранителей, охранников. Хотя у меня достаточно много приятелей среди этих по ПММА, много спортсменов таких, которые бы могли бы, если не сами, то кого угодно мне рекомендовать и ходили бы. Нет, я спокойно передвигаюсь в Москве, в других российских городах, в Европе, в Америке, ну и так далее. То есть мне в голову никак, в Ереване меня часто видят, я гуляю по городу без всяких там сопровождающих лиц. И в то же время этот самый Багдасарян ходит с охраной. Ну, очень странно, очень странно. Не знаю. То нужно быть каким популистом. Может быть, это просто он рисуется с этой охраной. Понять не могу. Кому он нужен? Если бы он кому-то нужен был бы. Мне кажется, его уже 2 года назад бы не было на этом свете. Ну, смотри, Вадим, как вот я уже говорил, он как сливной бачок по сливу компроматов, понимаешь? То есть со мной и с тобой, я думаю, это была его, возможно, личная инициатива, чисто глупая выходка, которая скорее его само компрометирует. Но он сливает компроматы на разных там политических деятелей, нынешних, прошлых, будущих там и так далее. Процентов на 90 все это вранье, как и в моем, в твоем случае. Мне по большому счету наплевать и на новую власть, и на старую власть.
Да дело в том, что он сам радовался тому, чем я занимаюсь, когда он меня на эфиры к себе Понятно. приглашал. Понятно. Мы же там за пределами камеры говорили, он, вот ты молодец, Вадим, это нужное дело, антитопор, то, что ты делаешь. Второй раз он меня потом собирался пригласить, их потом там вроде бы как прикрыли из-за недостаточного финансирования. Более того, они меня даже приглашали там работать. Я говорю, я живу не в Москве, я не смогу быть здесь. На что они мне рекомендовали находиться где угодно, там хоть в Ереване, хоть в Мюнхене, хоть в Ростове, просто делать записи и посылать им, а они раз в неделю крутили бы эти записи. То есть они мне предлагали это, делать тот же антитопор, только на их канале. Что с ним потом стало, я понять не могу. Вадим, ну вот как мне сказали клинические психологи, это психологически неустойчивая личность, которая еще добавляется, ну скажем так, нестандартная ориентация. Я еще раз повторюсь, я не против какой бы то ни было ориентации, но это часть портрета человека. Мне сказали, что человек склонен к депрессивным состояниям, к необдуманным решениям и, как ни странно, к самоубийству. Поэтому я думаю, вот эти у него скачки, гормональные скачки, скачки, знаешь, каких-то вот мыслей, вот он может лечь с одной мыслью, проснуться с другой мыслью, ты знаешь, вот у многих людей вот этого вот, вот этой вот нестандартной ориентации, не у всех, но у многих есть такая вещь, там достаточно много там женского суицида гормона. много на самом деле тоже. Это не хорошо. Да. Я не говорю, что это плохо. Это не хорошо и не плохо, это вообще никак. Но у них больше женского гормона, чем должно быть. И это сказывается на их психологическом состоянии. То есть, когда женский гормон, насколько я помню, экстраген, да? Или я что-то путаю? Кажется. Вот, если я путаю, пусть меня женщины-слушатели поправят. Вот. Но когда этого много у мужчины, это, ну, создает очень такую неустойчивую личность. Я там думаю даже, что то, что он тебе говорил искренне. Но потом были какие-то гормональные перепады, какие-то стрессы, депрессивные состояния, и он уже несет совершенно другое. Мне, кстати, вот на днях буквально передали общий знакомый. Честно говоря, когда я узнал, что вот этот уважаемый человек еще и общается с ним, ну, в первый момент я подумал, что, может, я слишком хорошо думал об этом человеке. Ну, зачем общаться с Романом Багдасаряном? Ну, он что, клинический психолог или зачем ему это нужно? Но неважно. Я по-прежнему того человека уважаю. Он мне сказал так, что Роман, он поговорил с Романом Багдасаряном. Роман Багдасарян вообще не знает, кто я такой. Да? Он не знает, кто я такой. А второе, что он сказал, что он ко мне претензий не имеет. Я это, ну, вот, я я читал не у знаю. тебя, я это читал в комментариях. Я тебе скажу, есть даже пару депутатов Национальной Ассамблеи Армении, которые мне тоже звонили по поводу Романа Багдасаряна и сказали, что ну как бы не относись к нему серьезно, потому что ну, вот то, что он несет про тебя, это чисто вот его отсебятина, и что-то у вас там с ним не пошло. А, Саш, ты этим людям хорошим, так сказать, объясни, что бы стало бы с такими Романами Багдасарянами в государстве Израиль, если бы такие сволочи сидели бы и хамасовцам бы что-то там рассказывали. Понимаешь? Ну, Причем, Вадим, я тебе могу делали бы сказать. это, причем делали бы это из Тель-Авива. Вадим, я тебе могу сказать четко, что с такими делают. Буквально я вчера прочитал в очередной раз в новостях, что за время вот этой войны с Хамасом, которая продолжается 7,5 месяцев, 70 провокаторов, израильтян, 70, за их публикации в Фейсбуке были арестованы, 70, из них половина до сих пор находится в тюрьме. Вот, пожалуйста. Но Армения, ты же понимаешь, да, да, к сожалению. Я хотел сказать, где Армения, где Израиль, но подумал, что это будет звучать грубо и неуважительно. И я это не буду говорить. Да, врагов надо сажать, надо сажать. Тем более в военное время. Давай мы завершим не Романом Багдасаряном, а твоей нынешней поездкой. Я знаю, что ты уже побывал в Канаде. Сейчас ты в Да. Латинской Америке, да, но ты уже побывал Да. в Канаде. Как у тебя там прошли встречи? И с кем? Знаешь, в Канаде прошло исключительно, да, исключительно хорошо все прошло в Канаде.
Я долго готовился к этой Канаде. Еще после моей поездки в Австралию, где встретился с 23 из 76 депутатов австралийского парламента в Канберре, и мы добились того, что вице-спикер парламента Австралии призвал к санкциям против Азербайджана, конкретно упомянув нашу встречу с ним за день до того. Это было очень серьезно. Но я думаю, если вы потом вот найдете это видео, либо могу прислать, можно эту врезку поставить, где он это говорит. Вот. Я решил попробовать развить этот успех в Канаде. И я несколько месяцев вел переписку с кем только можно. Ну, я честно скажу, армянские организации в массе своей. Вот исключение Австралия, исключение Бельгии, еще пара стран. В основном все армянские организации это совершенно никчемные, бесполезные и занимающиеся сбором средств под предлогом борьбы за признание геноцида. Большинство этих организаций, к сожалению. Я просто вижу, насколько они бездеятельны. Но есть отдельные люди, есть отдельные небольшие НГО, то есть неправительственные организации, которые мне помогают. В данном случае с Канадой, как ни странно, мне помогли частично армяне, а частично помогли вовсе не армяне, а организация Amnesty International, которая меня вывела на Министерство иностранных дел Канады, и там уже подключились немножко армяне. За что всем этим людям огромное спасибо. До этого все мои попытки работать через Анку, ну вот крупнейшая армянская американская организация, через их дочерние какие-то организации в Канаде, совершенно пустое, абсолютно пустое. То есть люди конкретно занимаются бизнесом. Вот, а все остальное не входит, я так понимаю, в их сферу их интересов. Вот, короче говоря, я был в офисе министра иностранных дел Канады Мелани Жули. Конкретно Мелани Жули я видел буквально одну минуту, я с ней поздоровался, перекинулся несколькими словами, она сказала, что слышала про мою историю, что она в шоке от действий Азербайджана, и она убежала. То есть встреча была не с ней. Встреча была с ее, как это называется, ассистентами. Да, с ее ассистентами. Но я скажу так, работа с ассистентами из моего опыта намного более эффективно, чем общаться напрямую с серьезным чиновником, министром, депутатом и так далее. Потому что у депутата голова забита всем подряд. Я думаю, Мелани Жули убежала по своим делам, она через 5 минут забыла, как меня зовут, и это нормально. Это нормально. Таких, как я, у нее много. Но когда ты общаешься с ассистентами, причем их было 4 человека, и они все внимательно записывали все, что я говорю, и в блокнот, и на видеокамеру, и находились мы в офисе конкретно министра иностранных дел Канады и обсуждали несколько важных вопросов. Тем не менее, я рассказывал про политзаключенных, я рассказывал про армянских военнопленных, и я должен сказать, что вот эти чиновники канадского МИДа, они даже не слышали, что есть какие-то армянские военнопленные. То есть они даже не слышали об этом. Опять же, я не могу их за это осуждать. Они канадцы, у них свои дела, они не обязаны знать, где кто в Гондурасе, в Армении или, я не знаю, там на Соломоновых островах, кто там попал в плен. То есть это все надо доносить. Я рассказывал про мой опыт, как незаконно задержали, пытали, избивали в тюрьме, антисемитизм в Азербайджане и как я победил в Европейском суде в ООН, выиграл иски против Азербайджана и так далее. И далее мы затронули вопрос арцахских беженцев. И этнические чистки в Арцахе, и геноцид, разрушение христианских памятников и так далее. И тут, кстати, надо подчеркнуть, что двое из ассистентов были, скажем так, по происхождению они были мусульманами. Ну, на мой взгляд, это Пакистан. И я ничего против них не имею абсолютно. То есть речь не о религии. И когда я рассказывал, как азербайджанцы уничтожают христианские памятники, вот эти люди были в шоке. Они говорят, ислам не позволяет так делать. Это ненормально, это ненормально, это не ислам. То есть то, что они превращают церковь в мечети, сами советники мне сказали, ну это ненормально, так не А должно что, быть. Это нереальный ислам, реальный разве ислам. таких мечетей мало в Турции? Ну, конечно, конечно. Да, Естественно. это И в не секрет. Кыргызстане. Да это не секрет, это не секрет. Я Та же просто. Айя Софья, она стала мечетью. Да. Но нормальные мусульмане не считают это нормальным, понимаешь? Я вот об этом хочу сказать. То есть, когда замминистра внутренних дел Азербайджана
2 года назад заявил, что они не будут мне платить компенсацию по решению Европейского суда, потому что решение продиктовано исламофобией. То есть ты представляешь, еврей судится в Европейском суде против мусульманского Азербайджана, и дело тут в исламофобии, да? А может быть, в антисемитизме, а может, в арменофобии, понимаешь? И когда я тоже рассказываю это на всех встречах со всеми чиновниками, ну, сами же вот мусульмане по происхождению смеются, говорят, а при чем тут вообще ислам? Вроде бы Азербайджан же это светская страна, куда они вообще лезут, о чем они вообще говорят? Но вернемся к еще одному вопросу, за обсуждение которого меня, кстати, раскритиковали некоторые армянские дипломаты, которых я знаю. Это вопрос возможной программы беженства для беженцев из Арцаха. По типу той, что существует КУАЭД, существует в отношении украинских беженцев сегодня. То есть в Канаде очень много иммиграционных программ для беженцев самых разных стран. Там из Судана, из Камбоджи, из Украины, из Латинской Америки. Я им пытался объяснить, что то, что произошло в Арцахе, вот этот геноцид, массовые убийства, этнические чистки, это не менее трагично, не менее страшно, чем то, что происходит там в Сирии, в Судане. Но если вы считаете, что вы можете принимать сирийцев, то почему вы не можете принимать армян? Почему арцахцы оказались один на один со своей трагедией? И в этот момент оказалось, что, в общем-то, такой вопрос уже раньше поднимала канадская армянская диаспора. Я-то не знал об этом. И мне сказали канадские чиновники, что мы как бы уже работали над этим вопросом. То есть да, мы наслышаны. Вы не первый, кто об этом говорит. И сказали, что они ничего не могут гарантировать, но этот вопрос будет подниматься в соответствующих комиссиях. За что, когда я это все опубликовал, это все абсолютно не секрет, меня раскритиковали некоторые армянские дипломаты, которые сказали, что арцахцы должны остаться жить в Армении и приносить пользу армянской экономике. И не надо, скажем так, наускивать канадцев и разных прочих других в Штатах и в Австралии и предлагать им всякие вредные программы, которые вредят интересам Республики Армения. Пусть арцахцы работают у нас и платят налоги. Ты знаешь, я на это всегда отвечал очень просто. Во-первых, как бы как по-человечески я с этим согласен. Я тоже думаю, что 120 тысяч арцахцев – это просто клад, это жемчужина для Армении. Но жемчужина – вот как вот миллион, 1,5 миллиона советских евреев, которые переехали в Израиль, и страну подняли ну, в первую двадцатку самых развитых стран мира. То же самое арцахцы могли бы такую же пользу принести Армении, как и бакинцы могли бы принести такую же пользу Армении. Ну где все эти бакинцы? Ну мы знаем где, в Америке, в России, в Германии и так далее, и так далее. Что касается арцахцев, вот если на это смотреть объективно, Армения на самом деле пытается как-то им помогать. То есть не будем отрицать, действительно, правительство нынешней Армении пытается им помогать. Но, ну, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, но это не та помощь, которая простимулирует большинство из них остаться. К сожалению, там очень, очень большие проблемы и с выделением помощи, и с суммами, и с перспективами. Ну, не будем сравнивать маленький бюджет Республики Армения с возможностью, которую предоставляет даже Канада. Вот. И я просто боюсь, что большинство арцахских армян, они просто уедут в Россию. Многие и так уже уехали, как говорят, примерно 20-30% уже уехали в Россию. Я думаю, в течение ближайших 2-3 лет уедет все 50%, если не больше. И когда стоит выбор остаться в Армении, уехать в Россию жить или уехать в западные страны, мне кажется, у арцахца должен быть выбор. Такой же точно выбор, который был у бакинских армян. Ведь бакинские армяне принимались как беженцы, причем они часть уезжала прямо из Баку, а часть уезжала из Еревана. То есть люди, которые через год, два, три в Ереване... Было так. Ну да, из Армении, да. То есть через год, два, три они поняли, что Армения просто ну, не может дать возможность ну, какому-нибудь главному инженеру бакинского порта, он не может себя найти в Ереване, ну хотя бы просто потому, что в Армении нет моря. Хотя бы просто поэтому. Но ты понимаешь, таких примеров очень много. И люди уезжали. И Америка, и Канада, и Австралия давали им такое право. То есть у арцахцев должно быть право и должна быть возможность выбора. Ну, поездка твоя быть... еще продолжается, насколько я знаю, да? Да. Вот я сейчас нахожусь в Перу. И здесь у меня были ну, не настолько важные встречи, как в Канаде. Не на министерском уровне, к тому же здесь в Перу сейчас в эти дни проходят массовые акции протеста, но это их местные дела, это немножко мне попортило планы.
Ну, я встретился с местными правозащитниками, которые не знали, где находится Армения, теперь знают, не знали о преступлениях Азербайджана. Это уже соседней Колумбии там есть. Поняли. Да. Я тебе, кстати, скажу, в Латинской Америке вот эта тема христианства и преступления Азербайджана против христиан и христианских памятников, вот это хватает их за живое, потому что они очень серьезные. Ролики. Конечно. Я же рассказывал о том, что в Центральной Америке многие индейцы были крещены армянскими мхитаристами из Сан-Ладзура. Они же поэтому там армениями и названы вот эти вот их населенные пункты. Поэтому на этом можно только так как бы сближать эти народы и эти страны. Но конечно. Дело в том, что наша дипломатия немножко далека от Латинской Америки, как Латинская Америка от нас. К сожалению, у Армении в этой части Центральной и Южной Америки нет не только посольств, но даже почетных консулов. То есть ни в Перу, ни в Эквадоре, насколько я знаю, ни в Колумбии нету, просто никого нету. У Армении, насколько я знаю, есть посольство в Бразилии, есть посольство в Аргентине, есть в Уругвае, все. Чили, я имею в виду в Южной Америке. В Чили, по-моему, еще. Вот я не помню про Чили. И еще есть в Мексике. То есть все остальные страны, они вообще не охвачены. И я понимаю, что содержание посольств – это большие деньги. Это вне всяких сомнений. И можно задать вопрос, зачем Армении посольство, допустим, в какой-нибудь Панаме, например, да? Что там между Арменией и Панамой? Но вопрос-то заключается в другом. Дело не в том, сколько ты денег с этого получил в текущий момент или какой там торговый оборот. Дело не в этом. Дело в том, что если есть страны, в которых ты можешь активно работать в интересах Армении, это может, кстати, делать и почетный консул, не обязательно целый штат держать. Это может быть местный, допустим, панамский, перуанский, не знаю, колумбийский гражданин. Как в Марокко, ну, бизнесмен. Есть почетный консул Армении в Марокко, марокканец. Да, это абсолютно нормально. То есть этот человек может продвигать армянские интересы где угодно, взамен получая статус, соответственно, дипломата, да, который ему тоже дает много плюшек. Но это его уже личное дело, важно, какую пользу он приносит. Но этого нету. То есть, например, когда я согласовываю какие-то свои встречи, поездки в Центральной Америке, я не могу даже проконсультироваться с армянским посольством, потому что здесь нету, например, в Перу. Ни одно, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, может, я сейчас дипломат поправит, что за Перу отвечает посол Армении в Бразилии. Возможно. Но чисто по бумагам, наверное, отвечает. Но по большому счету никакой работы не ведется. То есть нету даже некому обратиться. Поэтому я обращаюсь к местным правозащитникам, не имеющим отношения к Армении. Но эти все страны, будь то малюсенький Сальвадор или будь то... Я не знаю, большая Бразилия, допустим, там посольство, но неважно, они все голосуют в ООН. Это все те страны, которые потенциально могут быть союзниками Армении. Потому что армян и вот эти все страны связывают общая культура, общая вера, общие ценности. Диаспора в конце концов. Огромная диаспора в Латинской Америке. Конечно, и все это абсолютно игнорируется. И вот мне очень жаль. Да. Саш, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Мы очень долго сегодня проговорили, жаль только, что много времени уделили еще и козлам, без них никуда. Спасибо большое, привет тебе из восточного полушария к западному, и поскорее возвращайся к нам. Спасибо, Вадим, спасибо. Давай, пока. Пока.